ей события. Нельзя рассчитывать на помощь. Не любовь, когда не ругают особо, но и не хвалят. Когда раздражаешь, мешаешь, лезешь, несешь чушь, выносишь мозг. Это не ненависть. И иногда это еще хуже. Потому что ненавидят за что-то, а не любят просто так. Хотя говорят, да люблю я тебя, люблю. Опять ты за свое удерживаешь. Вот это и есть. Не любовь. И от нее умирают. Особенно старики, дети, собаки, взрослые.